За окном то дождь, то снег, и спать пора. И никак не уснуть, все тот же двор, все тот же смех. Здравствуйте, в эфире телеканал «Импульс». Новости этой недели. 17 марта прошел конкурс «Мисс МГГУ-2011». 11 прекрасных девушек боролись за звание «Краса университета», но победила, как всегда, сильнейшая. Корона досталась студентке второго курса факультета журналистики Валерии Клименко. Наш корреспондент Виктория Савицкая берет интервью у декана факультета журналистики Татьяны Владимировой. Тема беседы – факультет журналистики МГГУ «Вчера, сегодня, завтра». Виктория, вы в эфире. Спасибо, Анастасия. Сегодня мы берем интервью у декана факультета журналистики Татьяны Владимировой. Татьяна Николаевна, чем отличаются журналисты от студентов других факультетов? Студент факультета журналистики отличается от других студентов университета, наверное, как мартовская погода. Обрати внимание, то снег, то дождь. Вот это наш случай. С одной стороны, мы очень шумные, с другой стороны, инициативные. То мы смеемся, то плачем. И я не перестаю удивляться той энергии и задору, азарту, с которым они делают свое дело. И хватает на все. И на творческие конкурсы, и на КВНы, и на журналистское мастерство. Идет активная подготовка к участию в конкурсе КВН. Настоящая борьба ведется за шутки в аудиториях корпуса Перова. Остаться в живых. Не свой, не чужой, последний герой. И для постоянных читателей газеты «Импульс». В начале следующей недели редакция порадует нас новым специальным выпуском. А что там будет, увидите сами. С вами была Анастасия Савастьянова, телеканал «Импульс», специально для факультета журналистики МГГУ имени Шолохова.